Кононако Корони, эпизод номер 147 для Ютуба. Всех приветствую. Мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плачут чайки. И у нас тут Мария вмешалась. Будет драться сейчас. Конечно, сейчас у всех челиков у Канона, наверное, тоже есть какой-нибудь баф сверху. Но правда, Мария это ведьма, так или иначе. По крайней мере, обладает в определенных стадиях этой силой. Привет, Сима Хайзи, а я Тас. Да, видимо, как я и думал. Одна из двух великих ведьм, Марияжа ведьм Мария. Хоть она была только ученицей, сила, дремлющая в ней, впечатляла даже Беатричи на пике ее силы. В глазах Марии пусть роза и темная ведьма, она также сосуд матери, которую та не могла не любить. Ее гнев от того, что это у нее отняли, был близок к безумию. Атака Марии была слишком эмоциональной. Из-за этого она не заметила, как Канон за несколько ударов в сердце исчез и запустила град выстрелов в уже пустое пространство. Йоу, какие спецэффекты. Между тем, Канон прыгнул от стены к стене, приблизившись к спине Марии. Быстрой. Норма и зёно куросива фухонги да. Демо, хиноко арау! Что? А. Урю. Урю. О, май. Гайкоукан токен. Бок то Мария о шоужён суру кото о юрусанай. Хо. Окей. Давай торгуем. Красное лезвие, которое простиралось от руки Канона, вмиг исчезло. Он сумел сделать так, чтобы лезвие появилось снова, но когда снова попытался использовать его на Марии и Сактара, оно опять исчезло. Но из-за силы Сактара Канон не мог сделать одного из них мишени для своей атаки. Мария уйдимеру хтова, даре де аттемо юрусанай. Марин не заметила, где Канон, и медленно обернулась. Канон вновь материализовал свой меч. Да. Но, сколько бы он ни пытался, тот продолжал исчезать, как свет в фонарике с плохим аккумулятором. Мо, не гасанай йо. Мария но мама о убатта цуми. Что? Чего? Так, еще раз. Мо, не гасанай. Мария но мама о убатта цуми. Юрусанай. Корос. Мама га минна о короста йони. Музихи ни корос. Да, реально, нет ошибок. Она не странная, в японском абсолютно то же самое. Мо, еще раз. Мария но мама о убатта цуми. Юрусанай. Корос. Мама га минна о короста йони. Музихи ни корос. А, вот и гостик, наконец-таки.
А, у тебя интернета не было. Ты пропустил лямбду в опенинге. Чё? Есть тут один сомнительный момент. Возможно, это просто перечисление маму и остальные. Но вполне возможно, что это мама остальных. Мария взвыла и всю гостиную окружил красный куб магических барьеров. Это была закрытая комната, символизирующая барьер, из которого Канон никогда не выберется. Канон проклял свою неудачу. Хоть он выполнил свою задачу в испытании демонов, если его сейчас убьют, он будет сброшен с игровой доски. Мария, худо-худо-ни-не? Ходо-ходо-ни. Ходо-ходо-ни. Да! Нет ошибки. Кстати, наверное. Я-ха-ха! Все-таки есть какой-то баф, да? Или... А, он может призвать кого-нибудь, да? Ицурешимасу, Мария-сама! What the fuck? Зепаре-сама, Фурфуре-сама との契約 により お命 頂戴いたします. Как удобно! Типа у нее же барьер, да. Муда дайо, Шанон. Мария, даре нимо шоужун декинай. Хай, шоужун надо, дай солета кото ва итасимасен. Тада, ваташи ва, ми о мамору даке десу. Шанон, стоящая в центре гостиной, окружила цилиндрический красный магический барьер. Она сделала его ярче и толще, радиус барьера вдруг расширился, заполняя комнату. Ну да, я это ожидал. Мария не была его целью. Эта сила защищала Шанон, поэтому Сакутара не мог рассеять ее. Торкве, зад тут ни при чем. Раньше ты бы никак в очередь все равно не стал. Потому что все заказы до этого были раньше. То есть ты, по сути, из новых освободившихся Экстар первый. Ты больше Зара, слушай. А, ну, кстати, ну да, через неделю 80% пропадут. Ну, не 80, конечно, но приблизительно. Через две недели же начнем уже. Щит Шанон в центре уже покрыл всю комнату. Его сила загоняла Марию и Сектару в угол. Как ни иронично, они были идеально зажаты между барьером Шанон и барьером закрытой комнаты Марии, созданным для предотвращения побега Канона. Почему закрытая? Стоп, а дверь как закрытая?
Изнутри разве? Канон же просто вошел в комнату к Розе. Чекмейт, Мария-сама. Хорошо, да? Да, хорошо. Сбусти. Ох уж это Мария. Соредева. Коренити. Всю комнату охватил красный свет щита, выпуск и давление поднялись до пределов. Затем, раздавленные между щитом и своим же барьером закрытой комнаты, Мария и Сектара расселись в золотых брызгах и исчезли. ありがとう。ここで消えるわけにはいかなかった。 こんなとこで負けてたら諦めがつかないもの。そうさ、こんなとこで負けてたら諦められない。ゼパル様、フルフル様、私たちも共に試練を終えました。これでよろしいですか？いやあ、本当にお見事だね。 2人とも文句なしだったよ。では最後はベアトリーチェの番かしら。おや、ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。もちろん彼女の選んだ生贄のところにさ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 。もちろん彼女の選んだ
Тут только один трап. Они разного пола. Это все, что мы знаем. Кто из них трап, не знаем. Ну, единственное, конечно, более логичнее кажется тот, кто с мужским голосом. Нацухи была в своей комнате. Крау сказал ей ложиться спать. Но она не могла позволить себе спать в такой важный день. На нее Беатрича. Кстати, со звонками не было, да? Здесь, по-моему, еще ничего со звонками не было. Однако Нацухи понимала, что легко выходит из себя, и тем самым иногда сковывает мужа. Поэтому, хоть ей это ничуть не нравилось, ничего нельзя было поделать. Перерыв должен скоро закончиться, и в столовой возобновится семейное собрание. Ее мужу придется защищать честь семьи Широми от этих жадных родственников в одиночку. Она просто связала бы его, если бы стала рядом с ним поддаваться эмоциям. Хоть она знала, что тихо ждать лучший способ поддержать его, ожидание не становилось легче. Нацухи достала из ящика шкатулку с драгоценностями. Свою секретную коробочку. Там было все, от ценностей до простых безделушек. Но в глазах Нацухи все они были драгоценными, памятными сокровищами. Она достала из шкатулки мешочек и сунула в него руку. Там был своего рода талисман, который ей дала ее семья, когда она вышла замуж. Духовное зеркало, отгоняющее зло? Другое зеркало, не то, которое Шанан разбила. В зеркале отразилось ее лицо. Она была уже не так молода. В последнее время Нацухи видела в своем лице черты своих родителей, бабушки и дедушки. Поэтому, когда она смотрела на свое отражение в подобном зеркале, ей казалось, что ее душа возвращалась к семье, в которой она родилась. Отца. Отца. Нацухи на фубенкио на бакари. Отто на сасай не наремасе. Естественно, ее лицо в зеркале не ответило. Но Нацухи продолжала. А, да, было же что-то такое, точно. Это еще было с Шананом, там. Отто о айште иру кара косо. Ватакуси ва коко де матте имас. Шикаши, ай ва йорисоу моно то, ватакуси ва омотте шимаймас. ここでこうしているのが一番の協力になると理屈では分かっているのにそんな自分に
惨めさを感じてしまうのです。辛いですね。愛ゆえに待つのは。На зеркало упала слеза. Внутри нее всплыли давние, дорогие воспоминания о жизни в родительском доме. Теперь ей пора последовать примеру родителей. Когда отец поздно возвращался домой, мама всегда сидела прямо и ждала, готовя к его приходу. Она ждала его, сидя на коленях в прихожей. И как бы поздно он не приходил домой, она всегда будила и выстраивала детей, чтобы встретить его. Боже ты мой. Ох уж эти старые японские семьи, с ума сойти. В то время я считал ее исключительно строгой, но в этом возрасте наконец поняла, как она была сильна и упорна в любви к дорогому мужу, даже отвечая за дом в его отсутствие. Соно отто э но ай ю э ни. О, Беатрич. Мисирану акаго о дакасарэру но га юрусарэ накатта но дэсу не. Так, вернулись к этой теме. Вдруг, услышав голос Нацуки, подскочила и оглянула комнату. И тогда она увидела западную леди, одетую в экстравагантное платье. Да не особо, но экстравагантное. Вполне себе в рамках разумного. Ты чё, на портрет не смотришь? Нацуки была озадачена. В особняке никого такого не было. Но хоть она встретила его впервые, показалось, что она уже где-то видела этого человека. Ее разум опустил от гнева на разбойника, пробравшегося в ее личную комнату. И замешательство приведи той, кого она не знала. Настолько, что она не сразу поняла, что это ведьма с портрета. Аната га 19 нэн май но ано хи ни мисирану акаго о аямета кото ни ватаси ва цуми о тоимасен. Нан но? О чем же? Биата выбрала своей жертвой Нацухи. Нацухи была врагом Батлера. Биата не знала многого о деталях его рождения, но по фрагменту предыдущей игры она знала, что это Батлер мог быть тем ребенком, которого Нацухи 19 лет назад сбросила с обрыва. Батлер всем синим клином защитил Нацухи от ложных обвинений. Но поскольку это могло быть связано с его признанием, Биата по-прежнему видела в Нацухи врага, вынудившего его прожить мучительную жизнь. Отто э но ай ю э ни отто но чи о хикану акаго о корошита цуми о ватаси ва ай ю э ни тоимасен. Нан но ханаси ка вакаримасен. Дете итте. Ой, ну ладно. Биата медленно протянула руки и словно схватила что-то в пустом пространстве. Эта хватка обвилась вокруг шеи Нацухи. Ну да, Беатрич явно бафу не нужны никакие. Нацухи приподнялась на каблуках, и на ее шее появились слабые пурпурные очертания. Она неистово зачесала шею, пытаясь остановить нечто, что ее душило, но там ничего не было. Постороннему казалось бы, что Нацухи в мухах стоит на цыпочках, почесывая шею. Хе-хе-хе, Хигураши. Так, ну это будет 5 смертей, плюс еще одна кинза стандартная, всегда удобная, если что. Нацуки сжалась в агонии, и что-то, что она держала, выпало из ее хватки. Ай. Оно упало под ноги Биата, и она опустила взгляд, чтобы посмотреть. А, зеркало.
Это было духовное зеркало Нацухи. Когда она в него заглянула, раздался звук, похожий на взрыв электроэнергии. Он освободил Нацухи от невидимых рук, а Бьета, словно кукла, прокинулась назад. Чё? Да, я тоже. Кашляя, Нацухи пыталась понять, в чем дело. Бьета повернулась с таким головокружением, будто она только что ударилась головой. Перевернулась. Медленно попыталась встать. Она была сбита с толку, словно не совсем поняла, что случилось. Потому что... Она думала, что нечеловеческие слабости, вроде получения ожогов от паутины и вытягивания сил духовными зеркалами, есть только у старшей Бьеты. Но это духовное зеркало почему-то влияло и на Бьету. Даже она не понимала, почему оно оказывает на нее столь подавляющий эффект. Связано как-то с Беатричей настоящей. Но Нацухи отличалась. Она сразу же поняла, что незнакомое создание ведьма с портрета мешкает из-за силы зеркала. Поэтому Нацухи быстро доползла до зеркала на полу и подняла его, а затем наставила так, чтобы Беата видела. Беата до сих пор не поняла, в чем дело, и все еще сидя посмотрела прямо на него. И тогда они обе полностью осознали ситуацию. Беата поняла, что зеркало проявляет некую отвратительную силу, а Нацухи поняла, что духовное зеркало поможет отгонять ведьм. Все еще держа духовное зеркало, Нацухи осторожно закрыла расстояние между ними. Она осторожничала, чтобы на нее вдруг не напали и не отобрали зеркало, но неуклонно загоняла зло в угол. Бьета не понимала, в чем дело. Она не знала, почему боится этого духовного зеркала. Когда она смотрела на яркий свет, исходящий от него, он пронзал ее глаза. Она не понимала, почему должна бояться, но знала, что должна. Бьета уже поняла, что это духовное зеркало жуткое, так и вредное. Чем ближе оно было к ней, тем более сильное желание по всему Жене, по всему телу она испытывала, будто к ней приближали горящую тюрьму. Из-за яркого, мучительного блеска зеркала она даже не могла открыть глаза. Ничего не могу поделать. Почему? Почему это пыльное зеркало так? Если я сейчас проиграю, то единственное провалю испытание. Как? Джордж и Шеннон. Джессика и Канон, я тоже хочу, чтобы Батлер принял меня и дорожил мной. И даже если наконец признала
только я в такой момент. Дайте баф какой-нибудь. Ха, ладно. По идее, это правда читерство. Я люблю Батлера. Я хочу, чтобы он заметил меня. Чтобы он признал и принял мои чувства. Раз моя причина называть его отцом и посвятить себя ему. Из благодарности к родителям буду удовлетворена и без награды. Я обманывала себя. Я люблю Батлера. Я хочу, чтобы он заметил меня. Я признаю, я больше не стану отворачиваться. Я была рождена из любви к Батлеру и хочу, чтобы он любил меня в ответ. Макераманка! Ее решимость проявилась слишком поздно. Будь она у нее с самого начала, Бьетта бы еще тогда покончила с Нацухи без всякого страха. Из-за ее сомнений на то, чтобы убить Нацухи, ушло больше времени, и вот как все обернулось. И теперь я решила. Я хочу любить Батлера, и поэтому хочу, чтобы он любил меня. Гаскал. Лол. Сестры. Сразу после чудовищного стука, донесшегося ото всех стен комнаты, из протянутой руки Нацухи выбили духовное зеркало. Оно упало на пол, и его с треском пронзил кинжал, взлетавший. ルシファー、ここに久しぶりの獲物が古ぼけた鏡一枚だなんて、私を愚弄するにも程があるわ。ルシファー、さん、僕ってもい。ベアトリーチ様、試練の遂行を逃げられます。 Раз духовное зеркало последний луч надежды разбилось, и странных демонов стало больше, Нацухи оставалось только бежать. Но если она поднимет шум, и здесь толпятся люди, Бьетта сожжет отрицающую магию токсин. Сейчас был ее последний шанс. Аригато, Лусима-сан! Какаго! Усуро мия Нацухи! Бьетта снова сжала пустоту. На этот раз она не даст Нацухи сбежать. Ей нужно было покончить с ее страданиями до того, как все затянется. Но ее сил было мало. Нацухи царапала шею, но также изо всех сил пыталась вырваться из комнаты. Ее трясущаяся рука подтянулась к дверному замку. Закрытая комната – одно из отделений, делающих ведьмой. Если дверь откроется, отпереть от отбирающей магии токсин укрепится. Отрицающий, господи, Беларусь. Бьетта была на пределе, даже в закрытой комнате эти Нацухи отопрет замок. Ее сила сразу же ослабнет, и та непременно выбежит в коридор. Их силы были сопоставимы. Значит, походу, Канон тоже появился прямо в комнате, не открывая дверь. Но Нацухи начала слегка превосходить Бьетту. Желание жить в корне сильнее магии. Разумеется, Бьетта приложила все силы. Но Нацухи была чуть сильнее. Дюбунда. О, Батлер, нифига себе. Люсьфа. Яре. Это какого уровня, Батлер? Дюй!
Люцифер превратился в кинжал, и так же, как когда разбила духовное зеркало, Нацухи яростно залетала по комнате, а потом ударила ей в лоб. Нацухи медленно рухнула. Увидев Беата, тоже упала на колени, тяжело дыша. Не, Зепарун! Это ари нано? Беатрича ва чибунно чикара даке де сирен о настогете инай ва? Соу да не, Фуру-Фуру! Ташка ни сирен ва даре но таске мо каризу ни настоге накуте ва наранай! Демо не, хьотто штара それには例外があるんじゃないかしら。愛する二人は互いで一人だもの。これは手助けじゃない。バトルさん。たかだか第一の番からハラハラさせるな、お前は。Так в смысле, Батлер, это же твоя планировка игры?申し訳ございません。追いつけを守らなくて。追いつけ？その部屋でおとなしくしていなくて。Бета, извиняясь, опустила голову. Увидев это, Батлер неудобно започесал затылок. それを言ったら俺も。申し訳なかった。言葉を選ばなかった。Да, то есть, походу, это самый верхний батлер. Ие, отец, ие, батлер-сан, ва, ничего плохого не есть. Изе, сски ни обеба и.Батлер всегда смотрел на новую Беатричу со строгостью, но строгость покинула его выражение. Ташкани. Кацте но омае ва оре о Батора то ёбицуке де ёнде ита. Оре ва сайшо омае ни соре то онажи ёбиката о мотомете ошицуке те ита камо ширенай. Шикаши сонна но ни ими ва най нда. Омае ва Беато да га. Омае ва омае да. Суки ни ёбеба ии.そうだな。その呼び方がいいな。バトラさんの名前は、ね、とりあえずさんプロスターダバウレーさすがにお父様は俺の趣味じゃねえぜ。ну дальше мы типа не очень такое раньше она не решалась даже назвать батлера по имени. Она сказала, он сказал ей произносить его без всякой вежливости, но Бета не смогла так сразу.А даже если бы смогла, это могло бы только еще сильнее ранить Батлера. Но сейчас ей позволили называть его по имени. Просто заглянув ей в глаза, не нужно было даже описывать, как она обрадовалась. Зепару то Фуру-Фуру не кита. Окашина гейм га хачиматте иру ёда на. Хай. Катте на кото ште сумимасен. Я, ии. Сой ю мукидо де.何を始めるかわからないところも実にお前らしい。それにそのまあゲームの趣旨も聞いてる。二人一組で挑むのが正しいことになってるらしいな。わあ、マジですか。ええ、その通りです、バトラ教。バトラ教。もしも見事。我らの試練を勝ち残れたなら我らはあなたたち二人を祝福し魔法の奇跡を授けましょう。だろう、ガナのシャノン без шансов отлетает вообще。こいつらがベアトの黄金鳥のブローチに力を与えてたらしい。だからその効果は保証済みってわけさ。俺とお前の腐れ縁ももう随分になる。たまにはこういう遊びがあってもいいだろうぜ。ねえ、просто рофель делится для тех, блин, дело всей жизни。バトラさん。
おや、聞いたかいフルフル、バトラ教も試練に参加するようだ。驚くには値しない、だってこれは最初から分かっていたことだもの。だいぶのタイプ。おい、ようこそ我らの試練へ、バトラ教。ではあなたは誰を生贄に？Так, значит, не кинза, да? Уре но сиготова. А, кинза все-таки. Судени уаттеру. Какнин суру то и. Кашкомаримаста, батура-кё! Или нет? Са, фуру-фуру, какнин ште койо! Э, соу шимашо! Демо, Зебару, коре де Айшиау 6-нин ва, минна сирен о наштогете шиматта ва. Цуги ва доу суреба ии кашира? 6人の覚悟は本物だ。さらに次の試練で試すとしよう。もう一人な。Двое шумных демонов исчезли. Они ушли проверить жертву, убитую батлером, и сделали так, чтобы батлер и Бьята, которые наконец могли посмотреть друг другу в глаза и поговорить, смогли ненадолго остаться одни. Коко маде но моногатари ва икага десу ка? Так, мы даже при этом вернулись вообще, ну типа, в людскую нам на облике. Когда ей вдруг задали вопрос, Энджи немедленно пришла в себя. Она поняла, что ее затянула эта история. Энджи почувствовала себя слегка разбитой и постаралась выглядеть недовольно. Ха-ха, Энджи. А, ай но сирен уннун де, такуми ни гомакаштеру кедо. Чаккари то 6 нин га синде. 第一の番を構成してるわ。うまいものね。ありゃ、本当だ。こいつは気づかなかった。А Макс хлопнул в ладоши, будто его перехитрили. Ой-ой-ой, какая... Ой-ой-ой. Притворился идиотом, хоть понял раньше меня. 愛し合う恋人たちの数がたまたま6人だっただけのこと。それが第一の番とうまく合致したのは偶然半分。様式日半分、その方が運命的で面白い。人間は無意味な二つの事象を無理やり関連付けようとする悪癖がある。それを運命的と読み解かせるのが読み物の騙しでしょ。お嬢はディスティニーとかミラクルとかそういうのに冷たいタイプらしいですな。UFO と同じよ。Do you believe in destiny? Ай. 誰もが知ってるけど、誰も見たことないものだわ。そいつはクールな例えだ。と、いつもの私なら、愛だの幻想だのはミステリーには不要な無駄なシーンねとばっさり行きたいところだけど。エンジェ。それはおこのぎさんに否定されたわ。そういう愛のない見方だけでは真実に迫れないってね。Но она произошла это хорошо. おこのぎの旦那の殺し文句ですかい？愛がなければ見えない。それそれ。人の家族を物語の中で勝手に殺すことに対する怒りは置いておいて、あえて。この物語を書いた八条先生に敬意を表して言うなら、その描写には意味があることになる。何しろこれだけの文章量を割いて散々愛だの試練だの語ってる。つまりこれがこの物語のテーマでありキーワードだってことになるわ。おや、赤インク以外で書いた文字は全て読むに値しないとまで言い切る個人というのは。Вот это нормально, она пнула. Кое наркана, что на кое. Крой мужи мой он декрет. Ну, в данном случае не белый, но ладно. Суть понятна. Моногатарива, как тега наника от стайру тамени как моною. Соште солева до ювакека, чоксет скайтара бусы то ю, окуюкаши и мендо на сахогар. Айга накереба,真実に至れない云々という描写はこれまでの作品にも品質するわ。それがこの新作ではさらに顕著。書き手が一番伝えたくて考えてほしいのはそれってことになるわ。
Рикши. Если подумать, многие сцены о любви начали появляться еще с появления Биата. Даже впервые представ перед Шаном, она четко сказала, что любовь — единственный элемент этого мира. И золотая брошь в виде бабочки, которую она дала, тоже была символом любви. Она сказала, что ей нравится сеять семена любви и наблюдать за возникновением сложностей. И когда Шанан перестала заимствовать ее силу, ее причиной тоже была любовь. Какие письма? Когда ее взаимодействия с Батлером были полностью запущены, сцены о любви ненадолго спали. Но определение магии без любви не увидеть упоминалось неоднократно. Нет, я имею в виду, что а что там было? Наполнение. Затем в предыдущей истории, когда Биата стала похожа на куклу, показанные сцены создавали такое впечатление, будто Батлер и Биата приняли друг друга как противники или даже как нечто большее. В конце концов, Батлер что-то вспомнил, и его впечатление о Биата в корне изменилось. А потом эта игра. С самого начала слово «любовь» повторялось снова и снова. Аната га кайта моногатари ва ай га нандому крикайсареру. Типа, зачем сцены про любовь или что? Демо соре ва Мария онечан но сучо демо. Беатриче の主張でもない. Хатиджо-Тоя の主張だわ. В этом смысле все. そうです. Эрикоподобные. Сорекосуга, ватасига катаритай кото. Интересно, кстати, а можно только по красной правде разгадать убийцу? Наверное, можно. Соште, ватаси нари но котае на но. По крайней мере, ответить на вопрос кто, а не зачем, почему. Котае? Джа, цумари, 12 年前の事件は全ておかしな悪魔の愛の試練で引き起こされたと？バカバカしい。私はあんたの恋愛小説を読みにここまで来たんじゃないわ。私が知りたいのはあんたが至ったと自称する真実よ。То есть даже кто не понять, только как?Ну, как это самое неважное, в принципе. Их слишком много ситуаций, типа... каждую ситуацию, да, не все разбирать можно, но кому какое дело. Орока нарукана хитонокойо. Коре даке бунши о сайте, мада цитаваранай то ю но деска. Хачичо пожал плечами с явно снисходительным взглядом. Очевидно, провоцировала Энджи. Намекала, что ей не нравится, пусть уходит. Если собираешься читать мой благородный труд, даже не пытаясь понять, уходи. Как правило, Энджи бы уже закатила скандал и ушла. Но она не могла. Хоть ей не нравилось, что кто-то в истории играет за судьбами ее семьи, читая эту историю, она все больше убеждалась в чем-то еще. А как говорили последователи Хачиджо, в этой истории действительно тот же вид, тот же запах, что и в истории Беатриче. Автор, конечно, другой. Но из-за приближения к настоящей правде у нее тот же запах. Энджи начала признавать. Хачиджо той, достигшая правды Беатриче, как и Беатриче Ведьма Бесконечности, которая может добавить еще миров к бесконечно простирающимся параллельным мирам кошачьей коробки. Беатриче の真実にたどり着いたものならば、私でなくとも
新たな物語を紡げるでしょう。今回の原稿をもってきっと私以外にも真実に至る者が必ず現れる。そのものもまた新たな物語を紡ぐ資格を得るのです。どんどん無限の魔女が増えていくわ。そう、そして何人もの無限の魔女たちがベアトリーチェの猫箱の物語を増やしていく。増えれば増えるほどまた新たに真実に至るものが現れる。そうすることで一番最初の無限の魔女ベアトリーチェがあれだけの枚数の手紙に物語を記してボトルに詰めて海に投じた労力が初めて報われるのです。あなたは私に怒りの言葉をぶつけ席を立つこともできた。しかしそれをしませんでした。なぜ？悔しいけれど、あんたの物語の中に何かの真相もしくはヒントがあることを認めつつあるからよ。У меня уже есть собственные идеи, но это не более чем взгляд одним глазом. Пока я не приму другую точку зрения и не посмотрю на все более чем с одного угла, мне никогда не увидеть правду трехмерно. Вот мое толкование без любви не увидеть. それでよい、人の子よ、後ろ宮家の最後の生き残りであるあなたが真実に至り無限の魔女になることを運命も待ち望んでいるでしょう。私という存在などあなたという真の継承者を覚醒させるためのただの道しるべに過ぎないのだから。エンジェ・ベアトリーチ。エンジェ・ベアトリーチ。Иногда я не понимаю ее слов, но она что-то знает. И может действительно достигла правды, как сама утверждает.Я не узнала правду даже после двух посланий в бутылках, оставленных Беатриче. Не считаю истории с подсказками. Корева, хинто という名の挑戦であり、挑発なわけだわ。いかにも。上等じゃない。あんたがたどり着いたという真実を、私も掴み取ってやるわ。やはり私は、ここに訪れるべきだったんだわ。その通り。未だ至れぬから、私が招いたのです。Пусть правда, которую вижу я, и правда, которую видишь ты, скрестятся. И я, как и ты, смотрю на все одним глазом. Найдя тебя, я наконец смогу взглянуть на правду обеими глазами, обоими. О, Эрика. Йо.ようやく第一の番が起こりましたね。つくづく眠い展開でした。Но в этот раз я хотя бы не пришлось ползать со скотчем. Скажи спасибо Батлеру. 固めに目やにがついてる。え、どこに？いい加減なこと言わないでください。お望み通り始めるぜ。まずは第一の番だ。Так, наверное, здесь паузу я тоже сделаю тогда. Хорошее место. Закончили испытания мы, да? Даже Беатрича, который Батлер подсоединился, нам не показали, кого он прибил. Может быть, Кинза, и правда, типа, не без палеба. То есть, просто так, Кинза условно, но все. А может, реально жертва есть? Ну, посмотрим. А, ну и да, само собой... Разговор с Энджи, который такой специфичный, он практически больше, опять же, направлен на читателя в плане... Ну, вот, что нет ничего там бессмысленного и так далее. Ну, мне это не надо объяснять, у меня как раз с этим проблем нет. Наоборот, я согласен полностью, что
упарываясь онли в разгадывание, ты теряешь все, что только можно. Мы же выяснили, что он не умирает, а выходит погулять в окно. Но если его обнаружат сейчас в печке, например, как в первой игре, то значит, что он будет мертв. Поэтому я и говорю, батлер может поступить по-разному. То есть он может шестым трупом сделать Кинза, а может реально сделать шестой труп. Так что возможности у него есть. Ладно, конец записи.